Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня я зашла в новую игру. Стартовала она вчера, 10 августа. Называется Spice is Mine. Как-то так. Моя планета, что-то я так понимаю, что вроде этого. Значит, а бонус дают при регистрации 10 рублей. Так, ну, безопасность, реферальная программа 10%, заработок без вложений, открытая статистика, резерв проекта, выплаты участников, старт, как я уже сказала, в 10.08. Ну, в принципе, и все здесь как бы о проекте, правила соглашения, часто задаваемые вопросы. Так, далее, что у нас? Регистрация здесь простая, логин, имейл, пароль. Я уже зарегистрирована, как бы, и зайду в кабинет. Так вот у нас выглядит. Я вот только что зарегистрировалась, ничего еще не делала, не пополняла. Нет, ну кое-что я тут сделала, значит, что сделала. Ну, в первую очередь у нас тут сразу наша партнерская ссылочка находится. Далее наши общие данные, финансовые данные. Ничего я еще не делала. Далее что? Вот здесь три полоски. Нажимаем на них. У нас образовывается менюшка такая. Значит, кабинет. Как я вот сейчас. Далее, что я здесь сделала, что мне дали 10 рублей. Потому что у меня баланс был по нулям. Значит, я зашла, по-моему, в настройки. И привязала соцсеть. Я привязала ВКонтакте. И установила пин-код. Вот уже установлен. 4-значный. Ну, а здесь пароль поменять. И потом я зашла, у меня появилось вот бонус 10 рублей. Тут ничего сложного. Просто нажмете, никуда ничего нажимать не надо. Хотите Facebook, Google+, Одноклассники и Mail.ru. Вот, на ваше усмотрение. Далее что? Так, по поводу этого я сказала. Что у нас здесь? Так, наши так, реквизиты. Устанавливаем платежную систему Payeer Яндекс Киви. Далее. Так, реквизиты. Здесь у нас будут отображаться наши рефералы. Так, вот статистика. Далее. Рефералы. Ой. Так, рефералы. Конкурсы. Обращаю ваше внимание на конкурсы. Нет, не на конкурсы, ребят. Это инвестор. Это реферал. Так, это конкурсы. Не то я вам хотела показать. Значит, здесь вкладочка «Пополнить». Я буду пополнять в режиме реального времени. Значит, от суммы пополнения при первом пополнении 10%. Далее вот тут посмотрите. Это уже, знаете, как говорится, хозяин-барин. По желанию. Значит, здесь, смотрите, тоже вывести. Я ничего не пополняла. Хотела обратить внимание на вывод. Значит, смотрите, для доступа к данной странице необходимо пополнить счет более чем на 10 рублей. Либо заработать на рефералах более 20 рублей. Либо просмотреть 100 ссылок серфинга. Понятно, да? Заглушка в 10 рублей у них. Ясно. Далее. Так, ну здесь обменник переводим с основного баланса на рекламный. Здесь вот серфинг есть. Значит, я уже просмотрела. Так, а серфинг у нас, посмотрите, по 5 копеек, по 7 копеек. По 7 копеек хочу сказать, что это довольно-таки много для серфинга. Вот я посмотрела маленькую ссылочку. Далее. Так, и вот, на что я хотела обратить внимание. На задание. Что здесь за задание? Можно тоже заработать денежку. Смотрите,
записать видео о нашем проекте 50 рублей. Нажимаем «Выполнить» и выполняем. Инвестировать более 1000 рублей, но это я это выполнять, естественно, не буду. Так, набрать рефералов. Вот это одноразовое. Клики в серфинге тоже 10 рублей. Дальше подписка на группу ВКонтакте 2 рубля. И на Телеграм подписка 2 рубля. Репост записи рубль. И ежедневный бонус от 10 до 0.90 рублей. Давайте посмотрим. Раз в 24 часа. Нажмем «Выполнить». Так. Ага, «Выполнить задание». Ежедневный бонус для всех участников проекта. Ну, давайте получить бонус. Получим бонус. Успешно. Бонус зачислен. Так, ладно. Бонус у нас зачислен. Так, на крестик. Далее, что еще? Так. Есть чат, поддержка, баннеры. И, ну, баннеры. Много баннеров. Далее, ну, там и выход. Я возвращаюсь в кабинет. И что? Значит, у меня что? На балансе 10 рублей. Ага. И что еще? Вот игровое поле. Обращаю ваше внимание. Не показала. Сейчас буду подсчитывать, сколько мне пополнить. Значит, вот эти планеты, звезды, туманности. Вот это самое дешевое. Нажимаю «Выбрать». Значит, самая дешевая планета стоит 15 рублей. Доход 40% в месяц, период 100 дней. Вот куплено у меня 0 штук. Ну, далее идут дороже. 200, 500. Вот за 15 рублей. Значит, на балансе у меня 10 рублей бонусных. Так. Одна планета стоит 15 рублей. Так, если я возьму, пополню на 15 и еще, так, 15 рублей я куплю планету, далее у меня 10, это я, значит, у меня есть, так, на 20 рублей, вот эту я, так, 20 рублей. Далее я приму участие в конкурсе по видеообзору, там 50 рублей. Так, это за 50 рублей, это мне плюс еще 10. Так, это 60 рублей, чтобы мне купить вот эти землю. Значит, 25. Ну, 30 рублей выходит. Мне надо пополнить, вроде бы, если я правильно посчитала. Ну что, я пополню тогда на 30 рублей. Так, сюда 5 рублей я должна. Это куплю планету. 5. И сюда 5. Это будет 20. И там 10. 20. Да, 30 рублей. Ну что, нажимаю. Так, так, так. Пополнить. Пополнить. Так, пополнить. Так. Не рекламный баланс. Нет. Основной. Тогда баланс. Так, я понял. Так, где здесь что? Ага, пополнить. Payer. Так, я сказала 30 рублей. 30. Так, нажимаю пополнить. Так, так, далее. Так, сумма пополнения, платежная система, баланс для покупок. Угу. Оплатить. Перебрасывает меня на платежную систему. Выбираю рубли. Подтвердить. Так, успешно. Так, поздравляем, денежка уже у вас на балансе. Так, это удалить. Перейти в кабинет.
Так, кабинет. Так, и теперь игровое поле. Я в данный момент сейчас куплю две планеты. Вот эту. Так, да. Значит, я покупаю две планеты. Количество. Ага, надо купить сначала. Так, 15 рублей. Я покупаю две планеты. Один. Покупка совершена успешно. И посмотрите, мне пошло капать одна штука. И я покупаю вторую. Успешно. И у меня вот... А, ну тут этот бонус за пополнение. Ну, бог с ним, пусть этих 3 рубля тут. Значит, начала капать денежка. У меня на балансе вот 10 рублей. 50 рублей я должна получить за конкурс. Вот. Так, 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 так. Где эти? От задания. Я хочу послать видео сюда, пошлю. Мне дадут 50 рублей. 10 рублей у меня есть на балансе. Итого будет 60 рублей. Я еще куплю планет. И денежка начнет капать быстрее. Вот такой вот проект. Кому интересно, присоединяемся. Как бы можно на серфинге себе наклюкать. А хотите вложить, только без фанатизма. Вы, как видите, уже заметили, что я вкладываю в такие проекты без фанатизма. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Вывод, естественно, будем проверять, когда будет что выводить. Да, еще давайте посмотрим. Я же пополнила кнопочку вывести. Так. Пайер. Ага. Ваши выплаты. Ну все, здесь у меня уже все, ничего такого и нет. Вот. И ну-ка, часто задаваемые вопросы. Видео я, конечно, затянула. Как начать работать, создать сразу несколько аккаунтов, какие у вас есть способы получения дохода. Так, так, какие производятся выплаты. Так, смотрите, перед выводом средств обязательно проверьте, прописан ли в вашем аккаунте кошелек, на который вы желаете совершить вывод. Если вы не прописали кошелек, сделайте это, перейдя в раздел вашего аккаунта в настройки. Так, так, так. Также вам понадобится пин-код, как я уже говорила, который необходимо установить в настройках. Будьте внимательны. Внимательно при вводе пин-кода, устанавливается один раз. Так, ну а если вы забыли, нужно обратиться в техподдержку. Так. Так, выплаты осуществляются на любую из доступных платежных систем. Ага, выплат, значит. Выплат, каков регламент выплат? Выплаты происходят в автоматическом режиме. В некоторых случаях выплаты могут проводиться в ручном режиме. Так. Так, при крупных... Ну, это вот тут описывается. Программа, могу ли я участвовать в партнерской, если я не нашел ответ, но это в техподдержку. Ну что, вот теперь все. Как бы всем удачи, больших заработков, до новых встреч. Вывод будем проверять.